think the girls with their nails done now. Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня iOS-сервер и аккаунт топ-2 iOS-сервера. Ну, я думаю, скоро будет топ-1 такими темпами. Аккаунт Сереги, мы сегодня его посмотрим. Также побегаем на битве гирлей. Давненько я уже не заходил на этот аккаунт. В прошлый раз он, по-моему, топ-4 был, если я не ошибаюсь. Сегодня он уже вырвался, стал топ-2. Ну, еще немножко, еще 4К и будет топ-1. В общем, поехали. Находится он в гильдии, самое-самое основное. Асгард Рус, кто играет на iOS-сервере, то есть у кого есть iPhone, кидайте заявочки, вступайте через телегу. Телега на экране 700K+. Первые места битвы гильдии атака фортов, они гнут весь сервак. То есть они занимают первые места даже против топовых гильдий, поэтому не всегда, ребята, сила решает. Огромное это уже в битве замков доказано, что если у вас много силы, то не факт, что вы займете первое место. В общем, кидайте заявочки, давайте отметимся, поехали, посмотрим, что он тут поменял интересного, и также побегаем на битве гильдий. Гильдия сейчас в топе занимает пятое место. Ну, в принципе, им совсем чуть-чуть, и они могут свободно выйти на третье место даже. 75. Да, надо немножко им народ. Первое ко, ну понятно. Ну, эта сила ничего не решает. Такс. По кредитам они 58-е, аж фига себе. В общем, у нас сегодня будет и веселая битва гильдий. Поехали. Поехали, посмотрим, что тут он поменял на аккаунте. Читерный аккаунт. Кстати, интересно посмотреть, что тут у него на складе валяется. Ну, тут со скинами. Кстати, у него скины. Да, у него скины. Очень большая проблема была. Это собрать скины на героев. Сейчас чекнем, что он поменял по скинам. Да, дофига еще скинов надо. Ну да, качает скины, силушка поднимется автоматом. Остальные уже есть. Хорошо, поехали посмотрим, что у него тут вообще творится. Что интересно, есть камешки. Ну, камешка, сейчас надо будет, если введут 15-й скилл, камней надо будет реально дофигища, мне кажется. Так, коробки, талантики, чарочки. Ну, нету того, как у меня на складе заходишь, там просто валом всего. Ну, он качает аккаунт, поэтому пока он не докачает аккаунт, расходники будут улетать. Ну, в принципе, сейчас, по сути, тех расходников нафиг столько не надо. С каждой обновой все дешевеет, и все намного проще достать. Так, откроем сумку Вали, а нафиг она валяется там. Так, окей, поехали, мне интересно посмотреть еще супер пэтов, что он там сделал, не сделал их. 35-й, у него тут еще качать и качать, ему тут еще качать и качать, в принципе, если он супер пэтов докачает нормально, то он тут еще тысячи две подымет как минимум. Так, окей, поехали, глянем, что у него там в алтаре, что он там понакачивал, понаперекачивал. Нафига он тебе, вот реально? Нафига? Ай-ма. Да ну нафиг. Вот это. Я ору, короче. Жесть. Минотавр. Самые нужные герои. Так. Десятка. Ну понятно, тут все с десятками. Да офигище, короче, черепов с разбросами. Не, ну это жестко. Это реально жестко. Тесочка где-то одна за это вот, а дальше
пошли ронины. Но вот таким вот образом можно вытащить. Ну, хотя, в принципе, прокачать это не есть проблема. Но надо однозначно черепов перекачивать. И остальных тоже. Но он, короче, пошел веселым путем, я так понял. Так, ой, вышел случайно. Но это весело. Душики. Я офигею, сколько ронинов. У него, наверное, ронинов больше, чем у меня. Может и нет. Надо будет, кстати, посчитать, у кого больше ронинов. Не, у него, наверное, больше. У меня разные герои еще есть. Но это, конечно, жесть, ребят. Все, что хочешь. Ну, в принципе, по сути, вот основные герои, которые нужны, есть. И больше ничего не надо. Ну, то есть, остальные герои бесполезные. Так, вот тут решил истинную веру вкачать. Интересное решение. ИСО. Я все-таки больше сторонник огненки. Че, нету 10-й огненки? Да ладно. Все, это надо сливать, этот аккаунт. Это жесть. Прикольненько. Да, все-таки нету. Да, но огненка 10-я надо. Все-таки против зефиров, если они есть, такой вариант получше. Ну что, попробуем. Кстати, мне интересно сейчас протестить. Попробуем барда. Где там? Космо, зефир. Поставим сюда барда. Попробуем вариант поставить барда. Посмотреть, как он здесь будет тащить и какой будет дамаг от цепа. Все-таки где-то плюс-минус такой же аккаунт, как у меня. Да, Серега. С огненками беда. А, у него еще и ангелочек, у него еще и обычные питомцы недокачанные. Короче, тут веселый аккаунт, но вот это, конечно, это... Это он, короче, психанул. Ну, по сути, для игры сейчас, ну, вот... Вот такая вот тема, и вот... Не, это жесть, ребят. Это реально жесть полная. Такой вот темы хватает с головой. Ну, не надо больше героя. Просто не надо. Так, еще раз гильдия, ребятушки, не забываем. Кто играет на Айсе активно... Ну, конечно же, донаты... Кидайте заявочки, вступайте. Так, события, битва гильдии. Поехали, посмотрим, что у нас тут сегодня. 2. 1,9. Короче, 2 миллионников. Ну, тут, конечно, топ у них плотненький. То есть, топовые гильдии реально четенько. Ну, оно, наверное, надоедает, когда одни и те же противники. Так, ну что, поехали. Сделаем тест, посмотрим. Так, нас дамажит зефир, смотрю. Ну, пофиг, ему просто пофиг. Тут, наверное, что огненка, что СО, что даже хоть выживание поставишь, реально будет пофиг. Ну, посмотрите, просто тупо. Кстати, посмотрите, я не смотрю дамаг. Мне интересно больше всего посмотреть на дамаг. 155к. Странно. Сорок, 170. Очень странно, но нету 200, кстати. 130. Блин, интересно. 170, 157. Фух. Ё-моё, нифига себе. Вы видели, как Барт начал проседать? Это жестко. А знаете почему? Потому что начал работать спектр. Реально, мы включили где-то, попали по какому-то герою. И просто начали блокировать бардика. Ну, посмотрите на этого космо. Держится? Молодцом.
То есть реально, если спектр, я уже показывал, как слить топового барда, если вы подрубите спектр на вражеском герое, то есть он будет включаться у вас, то шанс слива очень-очень большой. Так, 162к дамажит, ну неплохо. Блин, ну я все равно до сих пор не могу отойти от количества черепов ронинов. Это жесть. Рисует по полной. Она в принципе, я же говорю, это правильно. Таких героев нафиг столько не надо. Толку от них вообще никакого. Там половина алтарей, ну, наверное, 10% героев от 100, то есть 10 героев вполне хватит для нормальной комфортной игры. Понятно, что на все локации то не хватит. Ну так, 20 героев, короче. Остальные все нафиг не надо. Но все равно цепь не дамажит. Я не вижу дамага по 200к. То есть тут такие противники по силе за 2 ляма. И, блин, нету такого дамага. Значит, где-то есть все-таки градация по силе, которую IGG скрывают. Сейчас посмотрим барда, какие у него статы. Но тоже так плотненько. 177. За 2 минуты. 4300. Нифига себе. Нормально пацаны тут набивают, я вам скажу. Вот все выставляют космо. Я не знаю, я уже говорил. Но это печаль. Против вот бард, когда будет, это вообще кайф просто. Он просто держит его на месте, он не забегает. Так, смотрим, что у нас тут по дамагу получится. Вот, 217 дней есть, 186. Как-то странно, вот я не могу понять, каким образом работает этот дамаг. Но тут уже побольше, хотя, в принципе, противники по силе такие же. Я думаю, прокачки здесь зданий тоже максимальная. Странно, там 170 всего лишь дамажили. Ну вот, космо, пожалуйста. 200, да, тоже пробивает сейчас. Очень круто. Хорош, 52%. Ну вот это вот результат, как у меня на основе набивается сейчас. То есть в среднем 2 минуты нам надо для того, чтобы пройти топа. Так, я надеюсь, там ни у кого спектра нету. По 200 пробивает. Интересно, сколько он, если 4300 за 2 миллиона, то есть где-то 20, около 20, 22к можно набивать. Это еще сегодня у них не самые топовые противники. Так, что тут у нас на дефе? Тут у нас есть Фрэнк, смотрю. Пойдем через лесу, наверное. Так, все, космо отлетел у нас. Остальные все без воодушки даже. Странно. Сейчас попробуем подбить немножко больше. Без проблем. Справляются с задачей. Я буду орать, если мы сейчас опять попадем на спектр. Это, конечно, будет жестко. Нет, тут мы героев даже выносим, смотрю.
Без проблем, вообще на изи. В лоб. Блин, хорошие противники. Анубис? Да ладно. Нафига тебе Анубис? Это ж просто жесть. Не знаю, не понимаю я иногда дефов на Аесе, честно скажу. Так, есть. Один девять шесть. Один девять пять. 68. Блин, 68, 255. А тут 489. Ну, значит, будем этого сейчас бить. Дрейк. Интересно. Это интересно тоже. Да, конечно, дефа здесь. А и дерево. Это вообще можно в лоб проходить. С Ронином бегает. Интересно, сколько мы сейчас набьем. Какой будет топ. Так, итого 4221 606. Неплохо. 21 606. У меня, по-моему, 2600 или 2400 последний результат лучше был. А тут двухмиллионники все. Вот читайте, 20, 18 ребята набивают, 15. Реально хорошие показатели. В общем, вот так вот, ребятушки. Изи просто. Ну, удивил он по героям, конечно. Кидайте заявочки, вступайте на Аисе. Ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.